Легион здесь, дорогие друзья, всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Five Nights at Freddy's Security Breach. В прошлой серии Луна у нас украл Фредди. Да и в принципе не только это произошло, произошло много всего непонятного, в том числе и то, что у меня опять сломалась к херам игра, из-за чего мне пришлось много раз перепроходить один и тот же момент. Но мы это сделали. И, собственно, мы сейчас с вами должны спасти Фредди, и, я так понимаю, мне надо идти куда-то сюда, раз здесь сохранение, и, в принципе, никакого пути больше у нас нет. Но тут довольно темно. Может быть, скорее всего, мы сейчас как-то обойдем вот это вот место и выйдем туда к Фредди. Может быть, мы сейчас будем искать комнату охраны, чтобы найти пропуск. Ведь нам не хватает всего одного уровня, чтобы открыть те двери. В общем, я не знаю, что сейчас будет, но нам надо спасти Фредди. Это основная наша с вами на данный момент задача. О. Фредди, здесь что-то есть. Но он включился. И стоит. И что мне с тобой делать? Но он не нападает. Непонятно. А, погодите-ка. Да, вот он как работает. Пока мы не смотрим на него, он движется. Все, я понял. Как-нибудь аккуратненько. Вот так мы тебя обходим, приятель. Но, блин, знаете, вот такие вот вещи я на самом деле не особо-то и люблю. Перекрыто. Интересно, есть ли другой путь? Да вон, справа. Так вот, я, честно говоря, не люблю такие штуки, типа, когда кто-то движется за нами, когда мы на него не смотрим. Потому что неважно, какие у вас нервы, боитесь ли вы хорроров или нет, вот такая штука, она всегда пугает. Вот абсолютно всегда. Типа, это очень стрёмный момент. Потому что, как известно, пугает то, чего мы... не видим. Все, уходим. А, опять эта херня. Неужели опять? Да, опять. Давай. Все. Интересно, почему он просто не выйдет за мной и не продолжит бежать? Ему же, в принципе, ничего не мешает, так ведь? Ну хорошо, так я вижу сохранение, вижу сумку и вижу станцию для зарядки фонаря. Ну окей, как я понял, сейчас нас будет преследовать та хрень. Не, ну если только он и все, то это в принципе не страшно. Хотя еще зависит от того, какая здесь местность, потому что мало ли слишком будут замкнутые пространства или еще что. Вот тогда-то будет не смешно. Но он, к слову, за нами не пошел. Потому что мы вот отсюда только что пришли, вот с этой стороны. И его тут нет. Сообщение. Похищенное имущество. Отчет службы безопасности. Кто-то каким-то образом смог взломать витрину в комплексе Рок Звезд и украсть прототипы заводных игрушек музыкант. Витрина была разбита и весь пол усеян осколками, но при том никаких следов взлома на двери не было. Больше ничего не пропало. Я не знаю, как им удалось проникнуть в здание, и на записях с камер наблюдения тоже ничего нет. Что же мне делать? Вызвать полицию и сообщить об ограблении? Ну так-то да. У тебя же должен быть определенный протокол, Ванесса, который ты должна исполнять. Что-то случилось? Пошла по протоколу. Например, ворвались в пиццеплекс какие-то воры. Тебе должна обязательно в первую очередь сообщить это в полицию. И луна нарисована. Так, какое-то мутное место. Мне это не нравится. А вот прям совсем. Ну, там были еще части эндоскелета, значит, похоже, он будет далеко не один. А вот это уже неприятно. Эта стена только что сдвинулась с места. Да блин, там впереди еще одна такая же херня. Он застрял? Он застрял. Нет, не застрял.
Я не смотрю на тебя, иди. Но его надо как-то пропустить здесь. Да-да, вон он идет. Давай-давай, иди сюда. Идет он довольно, кстати, быстро. Ага. Ну то давайте также пройдем мимо него вдоль стенки. Мне, конечно, интересно посмотреть на его скример, заодно у меня будет превьюшка, но... Но я не хочу. Так, он опять поломался? Нет! Он идет сюда. Вот, значит, как ты выглядишь внутри. Жутковато. Ты мне больше нравишься в оболочке. Блин, я застрял. А где эта херня? Но он за мной не пошел. Блин, сейчас эти включатся, да? Да. Кто бы сомневался. Да блин, вы угораете. Чё их так дохера здесь? Мне это вообще не нравится. Их тут слишком много. И они идут за мной. Да блин, мне не сюда. Здесь нет ничего полезного. Ну, надеюсь, в подарке есть что-то полезное. Кошмарная игрушка. Круто, теперь тут еще один робот. Мне же было так мало тех. Спасибо. Бегом, 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 бегом. Вот это уже неприятно. Пойдемте. Ай. Вот это неприятно. Да вы угораете, что ли? А как мне? Я в домике, мне похер. А тут есть камеры вообще? Камеры, так. Ага. Так, но эти вернулись туда. Куда, 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 куда? Блин, опять роботы. Причем много роботов. Ну, конечно же, они включились, кто бы сомневался. Куда, куда, куда? Блин, тут закрыто. Я что, пропустил кнопку? Неприятно. А, я реально пропустил кнопку. Тихо. Не иди ко мне. Вот меня так вот упанул и прошел вперед, они включились. Если бы я нажал кнопку и прошел вперед, они бы... Вот этот бы сейчас сюда не шел. Да я в курсе, что у меня нету зарядки. Спасибо. Но что поделать? Это комната охраны. Хм, где-то здесь должен быть очередной пропуск. Как я неудачно разрядил фонарик. Я прям балдею. Но если явно не просто так темно, да? Вот по-любому не просто так. Да-да-да, я знаю, что такое пропуск охраны. Давай дальше. Как вас тут дохера, ребят. И куда мне, и как мне? Закройся нахер!
Да блин, тут сохранение! Я, в принципе, прорвался, но... Но, блин! И они идут ко мне! Так, это я вышел сейчас обратно. Получается, это там есть у нас... Вентиляция. Я же, по-моему, именно на этом моменте девентиляция, правильно? Вот так. Мне надо добраться до вентиляции. О! Прекрасно. Прям прекрасно. Прям превосходно. Все. Мне похеру. Хотите, убивайте, хотите, нет. Я сохранился, я ничего не знаю. Все, пойдемте отсюда. Хватит с меня этого ужаса. А это что? А, это закрыто. Ну хорошо. А, блин, там же сейчас еще в начале будет еще один. Да ты достал! Сколько можно? Что не вентиляция, так доставание меня. Иди нахер отсюда. Так, а где... А где тот, который был тут? Куда он делся? Чё, просто исчез? Ну ладно, странно, странно. Очень и очень странно, но ладно. Главное, что мы это прошли. Ох, опять-таки повторюсь, я вот вообще не люблю вот такие моменты в хоррорах, когда что-то двигается, пока ты не видишь. Вот серьезно, это самое стрёмное, что можно придумать. Даже момент погони не настолько страшный, как именно... Ну вот это вот. Вернуться... Я не так давно нашла его и заперла где-то там. Отличная новость, его можно вернуть родителям. Нет, нельзя. Оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы ФАС все время твердили это имя. Твоим голосом. Грегори, ты меня слышишь? Грегори. Ванесса, все часы ФАС говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, то ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел частей обслуживания не натянет твою оболочку на новый эндоскелет. Посиди пока тут. Ванесса, не оставляй меня в таком виде! Какая злая женщина. Но что я точно теперь понял, это то, что Луна работает... Ну, как работает. Подчиняется Ванессе, потому что, как мы с вами помним, именно Луна сперла Фредди. Завершите обслуживание Фредди. Грегори, я так рад, что ты жив. Фредди, Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня. Так, Фредди, погоди. Давай-ка я сначала тут осмотрюсь. Вон там как минимум лежит подарок. Его надо бы забрать. И может быть что-нибудь тут есть еще полезное. Фигурка Глэм-рок Рокси. Ну, в принципе, да. Я все сказал правильно. О. Ты работаешь? Прикольно. Но мне не нравится то, что эти эндоскелеты тут стоят. Моя жопа чует, что они по-любому включатся и будут меня убивать. Пока я буду чинить Фредди. И это мне ой как не нравится. Мне в принципе не нравятся эти типы. Улучшение Рокси. Журнал обслуживания. Рокси. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. Рокси видит через стены? А это честно? По-моему, это нечестно. Я тоже так хочу. Можно, интересно, так снарядить Фредди, чтобы он тоже видел через стены? Или нельзя? Не, ну это реально честно.
Улучшение Монти. Журнал обслуживания Монти. Улучшенные лапы Монтгомери позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждения становится слишком высокой. Ну так может стоит как-то изменить его программу, например? Зачем постоянно просто позволять ему все крушить, если можно как-то его починить, изменить или еще что-нибудь с ним сделать? Улучшение Чики. Журнал обслуживания Чика. Не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасные результаты во время живого выступления. Роняющие подносы боты, хаос, травмы у гостей, 12 судебных исков. Испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендуется произвести замену. Ага, а Чика может выводить из строя, получается, роботов. Хорошо, я понял. Но она не использует свое это преимущество. И меня это радует. Не, ну хотя было бы прикольно, если бы только Чика могла, например, нас с вами вытащить из Фредди. Добро пожаловать в отдел запчастей и обслуживания. Выберите необходимую процедуру. Выбрал. Войдите в защитный цилиндр, чтобы продолжить. Зловещий аппарат. Что они с тобой сделали? Плановое техобслуживание. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудников. Выполняется отключение защитных протоколов аниматроника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. Подождите, то есть он может на меня сейчас напасть, если я что-то сделаю не так? Для успешного подключения головы Фредди повторите правильную последовательность, нажимая мигающие кнопки на верхней части. Ага. Но это легко. Отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Ага. 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 Но это слишком легко, что-то нет. Завершите улучшение. Завершите процедуру с помощью компьютера доступа. Окей. Отличная работа. Фредди полностью исправлен и готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Ну, хорошо. Но это было как-то странно. Завершите улучшение. Здесь столько всякой техники. Что-нибудь из этого может остановить других ботов? Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, Фазер Бласт или фаз-камера могут сработать. Где его можно найти? Фазер Бласт можно выиграть Фазер Бласт. Фаз-камеры частенько конфискуют на территории Гольфа Монти, но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чик раздает билеты именинникам. Загляни в ее комнату, в ее зеленую комнату в комплексе Рок Звезд. Возможно, нам удастся найти билет. Воспользуйся служебным лифтом в задней части помещения. Они ведут в комплекс Рок Звезд. Похоже, что все они отключены за исключением лифта Рокси. Хорошо. Ну и тогда идем. Ну да, тут в принципе оно и понятно, что только у Рокси оно работает. Потому что только у Рокси оно и светится. Фредди, погляди-ка на картинки. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти. Мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытаются меня убить! Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это ведет вразрез нашей программой. Ну, видимо, что-то пошло в вашей программе не так. О, как они быстро разговаривают. Я из-за этого путаюсь в диалогах. Так, секунду, а раз мы сейчас выйдем к Рокси, то там, наверное, будет сама Рокси? Просто это такая игра, где все работает через одно место. И аниматроники любят телепортироваться то туда, то обратно.
Поэтому я считаю, нам лучше как-то пойти с помощью Фредди. Я не хочу рисковать. Если я прям выйду на Рокси, то это габелла для меня. Будет очень и очень неприятно. А зачем, интересно, для аниматроников здесь играет музыка? По-моему, аниматроникам как-то все равно должно быть на это, нет? Ну ладно. Так, на эти билеты... Так, она реально тут. Фредди, ты где? Ни хрена ты. Блин, я вижу подарок. Я не могу проиграть. А чё она ноет? Майка с четырьмя блоками, ладно. Мог бы не подбирать. Ну, как я говорил, Рокси вот здесь. Кто здесь? Фредди, убирайся из моей комнаты. Я иду, иду. Да, чё это звук, будто меня кто-то ищет? Я внутри Фредди. Так, Ванесса. Хм. Так, а зачем я пришел сюда там? Не совсем я понял, зачем я сюда пришел. Мне надо в комнату Чики. Так, тут и охрана теперь появилась. Ох, любят же они визуально все усложнять. Ой, визуально. Прям на месте все усложнять. Да, блин! Так, тогда давайте думать по-другому, как мне пройти к Чике. У нас есть отвертка. И, как мы с вами помним, в самой первой серии мы видели вентиляцию у Чики. Поэтому можно попробовать как-то через эту вентиляцию пройти. Наверняка твои родители беспокоятся о тебе. Ну, если меня никто не ищет, то, видимо, не особо и беспокоятся. Так, надо сейчас заодно зарядить Фредди, потому что там есть станция. Ну, просто на всякий случай. Если вдруг что, нам понадобится Фредди, и чтобы он был с полным зарядом. Да блин, я хотел выйти! А не залезть обратно! 3:30. Ну, мы почти, кстати, выжили. Осталось еще немного. Так, секунду, сейчас опять эта херня будет, да? Я же внутри вентиляции. Он сейчас опять будет, да? Рокси исчезла. Ладно. Так, по-любому он будет ведь, а? Не может быть так, что вентиляции без него. Я в это не поверю. Но пока тихо. Чё? Ладно. Да конечно! Блин. Стамина кончилась, дай вентиляцию! А! А в смысле она обратно вернулась? А как? Как она вернулась обратно? Ладно, странно. Но до комнаты Чики я добрался. Меня это радует. Ой, но он был близок. Отчет о поведении Чики. Отчет об ошибках в поведении. Тип личности Чики всегда был со странностями, однако новый сироп «Секретная смесь Монти» со вкусом пиццы вызвала серьезные нарушения в работе ее алгоритмов. Чтобы заполучить сироп, она атаковала посетителей, сотрудников и ботов. Рекомендуется отозвать секретную смесь Монти, пока нам не впаяли судебные иски. Я не понимаю, как у нее в принципе может быть голод и желание жрать? Фредди, я нашел билет на вечеринку. Отлично сработано. Да блин. Убери. Откуда ты тут взялся? А, быстрее. Пока этот бешеный на меня не налетел. Бегом до комнаты Фредди. Шел нахер. Сумасшедшая луна.
Мне похер, отстань. Чего, чтобы он здесь не появился резко. А? Это как? Так, какие-то там есть задания. Грегори, это билет на вечеринку. Особенный. Он позволяет тебе пройти на территорию аттракционов Фазер Бласт или Гольфа Монти. Что это? Похоже на старую фотокамеру. Просто отдай его боту контроллеру. Контроллеру. Они обычно стоят перед аттракционами и собирают билеты. Если у тебя есть билет, бот тебя пропустит. Я отметил бы место на твоей карте. А, окей, у меня новые задания есть. Там очень много новых заданий. Оперный театр. Адреналинщик. Узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Мусорология. Узнать, как вывести Чику из эксплуатации. Гольф Монти. Использовать билет на вечеринку, чтобы найти фаскамеру на территории Гольфа Монти. И Файзер Бласт. Использовать билет на вечеринку, чтобы попасть на территорию Файзер Бласт. Хорошо. Больше у меня зданий нету, да? А нет, вот есть призовой уголок. Найти комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже. Ну, смотрите, у нас слишком много заданий. Давайте, я думаю, мы вернемся вот к этому. И посмотрим, что там. А вот что-нибудь будет полезное. Получается, надо попасть в атриум на третий этаж в комнату с призами. Эту комнату мы с вами видели, поэтому отправляемся сейчас туда. Но перед этим мы сохраняемся. И можем отправляться. Только вот вопрос, как мне попасть в атриум. Потому что я не совсем помню, как туда можно попасть. Так, здесь есть кто-нибудь? Все вещи, если даже охранники. Ну хорошо. Пойдемте. По-моему, откуда-то с той стороны можно попасть в атриум. Ну, потому что там как бы техническое помещение, там пожрать можно, здесь у нас охрана тусит. А вот с той стороны был какой-то проход. По-моему, какой? Этот или этот? По-моему, этот. Нет, не этот. Нет, получается тот проход, но давайте все-таки узнаем, откуда... Ой, откуда? Куда ведет этот проход? Все равно, в принципе, у нас задание есть, так что будем потихоньку двигаться. И, может быть, куда-нибудь да дойдем. Так, а тут есть что-нибудь интересное? Здесь просто так много деталей, и вполне можно что-то приныкать. Прямо идеальное место, чтобы что-то спрятать. Но здесь у нас ничего нет. Хорошо, идем дальше. Так, зарядная станция. Заряжаемся сразу. Просто потому, что нам это надо. На всякий случай. Если у Фредди будет... 4 утра. Быстро, однако. То есть, когда я залезаю в зарядную станцию, время идет. Правильно? Или я что-то не понимаю? Но вот, допустим, я до этого был в зарядной станции, у меня время показывалось. И сейчас залез в зарядную станцию, мне показалось время. Это я где? Да, я в атриуме. Ты не можешь прятаться вечно. А, Рокси ходит, ясно. Охранник едет, ясно. Но мне бы подняться на третий этаж. А вот... Да блин, нет! Жопа, иди! Все. Она толкает Фредди. Ой, как вовремя Фредди успел подойти. Она меня почти догнала. Опа, Файзер Бласт. Все. Я понял, где находится Файзер Бласт, но, как я уже сказал, мы идем с вами в призовой уголок, чтобы посмотреть, что у нас там. О, кстати, этот Гольф Монти. И вот нужная нам комната с призами. Отправляемся туда. Но опять-таки, я не успел договорить, меня поймали. А в идеале нам надо найти где-нибудь сохранение, чтобы я сохранился, как бы, и мы на этом с вами закончили, потому что время у нас уже подходит к концу. Но сохранение я здесь пока что-то не вижу.
Так, призы. Ну тут все закрыто. А как мне сюда попасть? Сейчас еще Фредди разрядится, будет не смешно. Так, ладно, давайте я сохраню остаток зарядки на всякий случай, если меня вдруг поймают. И надо будет срочно спрятаться. Так, как туда попасть? Отсюда не попасть. Надо искать, видим, какой-то обход. Но это явно не с той стороны, хотя, может, через аркады. Ну ладно, пока я здесь, давайте осмотрим, что есть здесь. И потом пойдем в ту сторону, в случае чего. Это, блин, какой-то резкий. Так, куда ты едешь? Туда. Ну-ка, ты открываешься? Ты открываешься. И как раз у нас есть сохранение. Хорошо. Значит, мы сохраняемся. И на этом мы с вами заканчиваем. Так, но прежде чем мы с вами закончим, у меня есть вот к вам, моим зрителям, вопросы. Во-первых, если вам будет не впадло, то, пожалуйста, поясните мне, как вывести Монти из эксплуатации и как вывести Чику из эксплуатации. Ну и также мне поясните, что будет лучше, пойти на гольф или пойти на Файзер Бласт. И вообще, имеет ли мне смысл идти в призовой уголок? Потому что мало ли, я сейчас иду в призовой уголок просто так, и это смысла никакого не несет. Потому что в самом начале до этого мы с вами шли вниз, получается, в подвал, и там проверяли вход. Скорее всего, мы сейчас тут тоже будем проверять вход. Ой, какой вход? Выход из пиццерии, он тоже будет закрыт, поэтому я... Прошу вас мне написать, будет ли нам иметь смысл идти туда. Если смысла от этого особо нету, то как бы я просто на это дело забью и пойду либо вот на Гольф Монти, либо на Файзер Бласт. Куда вы, собственно, скажете лучше идти, туда мы и пойдем. Но, опять-таки, повторю еще раз, подскажите мне, как вывести из эксплуатации Монти и Чику. Дед Рокси ходит. Но не суть. В общем, все. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, которые все читаю, лайкаю и, конечно же, на них отвечаю. Ну и также не забывайте подписываться на этот канал, включать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А также присоединяйтесь к Дискорд-каналу и группе ВК. Все ссылки есть в описании под этим роликом. Ну а на этом все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах.